ходе визита свердловской делегации в Туркменистан члены комиссии обсудили важнейшие направления развития, в том числе и железнодорожном. Мы действительно большой делегацией, у нас более 50 человек в нашей делегации, представлены многие сферы, в том числе и машиностроительный комплекс, и то, что мы хотим обсудить сегодня, представители Уралвагонзавода, это крупнейшая наша государственная корпорация. Также Алексей Орлов рассказал о том, что Свердловская область находится в центре Евразийского континента, где располагаются важнейшие направления для развития. В заключении договора в сфере поставок железнодорожного транспорта очень важны для наших предприятий, поэтому в принятии таких решений заинтересованы обе стороны.